Добрый вечер, дорогие друзья. Пришли посылки с Валберис. Сейчас будем смотреть, что тут. Так, первое, что достала. Это вот такие формочки для хвороста. У меня есть видео, где уже мы их испробовали. Вот такие вот. Цветочек, листочек, звездочка и бабочка. Они вот на такую накручиваются. И жарим. Но пока особо мы их не освоили. Раз попробовали. Вроде получается. Так, что там еще? О, вот такие вот пакеты. С застежками. Я их выписала для заморозки. Небольшие, такие порционные. Вот это вот застегивается, расстегивается. Тут их должно быть. Так, вот это расстегнулось. Вот так они застегнулись. Ага, вот застегнулись. Должно быть 15 штук. Ну, считать я их не буду. Надеюсь, что все верно. Но такое чувство, что их тут больше. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, пятьдесят, а я почему-то думала 15. Это еще лучше. Чем больше фасовочных пакетов, тем лучше. Так, тут 50 штук пакетов. По одному литру они. Вот такие вот еще маленькие пакеты. Сейчас мы их посмотрим. Вот эти я пакеты хочу для зелени, чтобы порционно разложить ее. Так, сейчас посмотрим, что тут. Сколько упаковок. Все запаковано. А тут у нас 100 штук. 10 на 15. В таком вот большом одном пакете. Угу. Достанем один. Ну, вот это как раз само то размер. На одну порцию можно тут нафасовать ту же зелень, морковку, петрушку, укроп. Замечательно. 100 штук. Хватит надолго. Вот так вот они бах запаковываются. Фасовочных пакетов у меня теперь очень много. Было бы что фасовать. Главное, чтобы наросло. Так, еще что? Опять пакеты. Эти пакеты 15 штук, 20 на 17. Это большие пакеты. Не вот такие литровые. Эти больше. Так, где они распаковываются? Как они распаковываются? Даже не представляю. А, вот оно разрывается где. Тут скотчем смотано. Вот так вот. Угу. Точно такие же пакеты, только 15 штук.
И точно такого же размера. Даже меньше. Обалдеть. Это как так? Размер написан больше, а пакеты размером меньше. Ну ладно. Вот такая куча у меня пакетов. 65 штук получилось. Так, это мы уберем в сторонку. И что у нас тут осталось? Осталась у нас вот такая вот штучка. Так, где она вскрывается? Без разницы где. Такой пластиковый ножик резать. Так. И вот такой коврик силиконовый. Клеится. И даже тут есть несколько рецептов. Так, вот тут мерная таблица. С этой стороны ложки, стаканы. Какой продукт, в какой емкости, каким весом. А с этой стороны у нас получается видеорецепты пиццы и суши. Можно будет посмотреть на данной ссылке. Введите на QR-код. Это новость. Так, вот тут тесто для пиццы. Не резать на коврике острым, беречь от открытого огня. Можно использовать в духовом шкафу, не мыть в посудомоечной машине. Вот такой коврик. В общем, такие покупочки у меня. Всем пока-пока.